Сегодня мы сделаем особенный конверт с сердцем ко дню всех влюбленных. Нам нужна бумага с принтом, цветная бумага, клей ПВА. Берем квадратный лист с принтом и переворачиваем. Складываем по диагонали. Разворачиваем. Еще раз складываем, чтобы получилась вторая диагональ. Раскрываем лист, диагонали образуют крест. Правый угол ведем к центру. Теперь левый. Раскрываем и переворачиваем лист. Правый угол ведем к самой крайней левой складке. Проглаживаем и отгибаем обратно. Также раскладываем левый угол. Переворачиваем принтом вниз. Берем складки, находящиеся ближе всего к центру, и еще раз сгибаем пополам, чтобы посередине получилась встречная складка. Переворачиваем конструкцию. Уголок сверху загибаем на себя. И с противоположной стороны тоже. А теперь все разворачиваем. И опять загибаем верхний и нижний уголки. Переворачиваем принтом вниз и складываем по уже намеченным линиям. Левый уголок ведем направо. Загибаем справа только самый край угла. И закрываем сторону полностью. Теперь нижнюю часть ведем к середине. Верхнюю также загибаем к центру. Нарежем цветную бумагу, чтобы выделить сердце. Фиксируем к загнутым уголкам клеем ПВА. Закрываем конвертик и загибаем верхний уголочек одного из треугольников, чтобы получилось стилизованное сердце. Остается вложить лист с признанием в любви, и валентинка готова. Наш романтический конверт с признанием не сможет оставить получателя равнодушным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите обновлений.